убийцы харизмы. Харизма – это притягательность в глазах окружающих. Два основных убийц. Первое – суетливые движения. Уверенность – это одна из основ харизмы, а суетливые движения выдают неуверенность. Уверенные люди двигаются плавно, без рывков. Второе – говорить только о себе. Так делают только нарциссы и эгоисты. Такие люди не слишком притягательны и чаще отталкивают, чем привлекают. Вывод. Хочешь быть харизматичным? Следи за плавностью движений и чаще общайся на различные темы, а не только говори постоянно о себе.